my sister and mother cooked some cake. You know, guys, we have a small home business, a Filipino bakery here in Russia. Воздушные какие. Элиза going to buy swimsuit, new swimsuit for Philippines. Here is, guys, Russian playground with old Soviet tank. Гандану мага моему так, good morning, my friends. You know, guys, we really miss Filipino pastries, so we didn't eat it for a long time. And guys, today we want to bake a Filipino buns, pandesal. My sister and mother cooked some cakes. Что это, банановые? Банановые кейкс. With raisins and walnuts. Вот. Мама, ты уже соскучилась по филиппинской выпечке? Очень, очень. Мечтаю, вот, когда я поеду на Филиппины. Угу. Значит, сейчас будем печь. Давайте. Окей, we have already dough. Китти, ему больше всего нравятся филиппинские булочки. Пандесал. Пандесал. Особенно те, которые мы ели в аэропорту. О, эти вообще бесподобные. Мы тебе хотели привезти, но их уже не было. Мы когда туда ехали, были, а когда обратно, уже там не было. Угу. Там прямо они такие воздушные. Я не... У меня тоже тесто воздушное. Тоже как... Мы три дня, прям, три дня их ели, а они как будто вот только что спекли. Угу. Может, вот, надо... Послушай, как оно хрустит. Вот под это. Вань, тихонечко, Вань. О, видишь, какое хрустящее, прям воздушное. Хрустящие булки. Воздушные. Может, нам надо, пора уже покупать вообще машину. Машину. Миксер для теста, миксер для теста. Чтобы хорошо мешалось тесто и было воздушно. Что я делаю? Какие я делаю? Подожди, я тоже в мусор. Пандесал. Сморкай. Вот. Сильно. А у нас начинки. Покажи, какой у тебя силы. Так пандесал без начинки делается. Просто кругленькие булочки. Угу. И по сверху сухаря. Да. Да. Ваня, помогаешь? Ваня помогает. Угу. А еще, мам, надо будет спечь такую косичку, что мы ели. Косичку, да, это сдобное тесто надо. Просто сдобное тесто. Ну вот, как ты делала всегда? Косичку раз, а сверху что? А ничего. Сахаром посыпать. Сахаром посыпать. Ну там из другого теста было, ну как пончик. Крутое получилось. В смысле, твердое? Ты к нам приходи, наши в осенечушки бою, не дожисты на краю смерть. You know, guys, we have a small home business, a Filipino bakery here in Russia. But for 1 month it was not working because my sister was here alone while we were in the Philippines, and now we would like to start this business again, and soon we
We'll get new orders for Filipino pastries, and we would like to bake more pastries and sell it, guys, so we can earn some money for our tickets faster. And you know, guys, now in our city, the Filipino pastries is becoming more and more popular, because now a lot of people tried Filipino pastries and really like it. So we are trying to find a cheap dough machine to mix a dough, and our dough will be more soft and more fluffy, so it will be very easy to bake a lot of pastries. And today we would like to bake pan de sal only for us for lunch. А это Ваня сделал бы с мятой. Короче, с Ольгой Витковской. Да. Ольга Витковская с ним, да, что-то. Фотки пойдем. Лиз, точно готовы, да? Готов. 20 минут. Так вроде. Так вроде. Может было еще позажарить. Ну, давай позажарить. Давай, да. Что, еще надо? Да. Не знаю. Ну, правда, ты или ты уже не снимал, не снимал. Так она, да? Я без пяти поставила. Вот сейчас сколько? Еще горят-то еще надо. Ой, красота. Ой, бери пакет, сынок, пожалуйста. Давай, лапский. Там его яблочного крамбля, чтобы положить туда решетку. А где? Ладно, здесь сам. Ой, пойдет, да. Уже. Вот. Можно ему пирожок? Вот так, вот так. Все. Молодец, умничка. Так, маргаринки берет эти сходки. Лимон, булки-то готовы, можно уже идти есть. Все, пойдем сейчас кушать. Да, сейчас там есть. Это шапка филиппинская. Да. Филиппинская шапка. Как раз погода. Угу. Как ночью. Как ночью на Филиппинах. Да. 25 градусов. 25 градусов. Куда едешь? Иди, 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 иди. Иди, сиди, сиди, сиди. Здесь красиво, что тут же любили. Джоллибит ела гамбургер. Ну и как? Похоже, как мы с тобой делали Джоллибит? Гамбургер. Мы делали гамбургер. Умела гамбургер, потом этот макароны с колбасой. Потом этот котлету с рисом. С грибной подливкой. Помнишь? Джоли, мы заходили. Макдональдс, типа. Вдавал-то. Макдональдс, он картошку съел. Я была вдавал. Ой, господи. Я помню. Как Макдональдс. Там гамбургер был очень вкусный. Мне больше всех понравился. Да, хабар немножко. Давай. Бери рыбомурочку. Десаль. Вот смотри, какие мягкие. У нас уже рука натренирована. Мы их делаем уже, смотри, какие. Они вот я нажимаю, смотри, она поднимается сама. Вот профессионал. Мягенькие, хорошие. Ой, ничего надо. Хочешь, Симка?
туда положить помидоры, масло. Я с мясом, мне нравится туда соль. Разрывать, мясинку ложить вот так. А я бы с молочком бы запила. Смотри, как внутри получились. Воздушные какие. Хорошее мягкое тесто, да? Воздушное. Удобно, с домом много. Это дрожжи хорошие. Это эти вот стопорские. Мне они так нравятся, что они пахнут дрожжами. Вот в тех пахнет, а в этих нет. Всегда пышно, хорошо получается. Надо еще взять будем сухофором, что нам круто. Вкусный, да. Дрожжи хорошие вот эти, да, просто. Не пахнет дрожжами, пахнет прям сдобой. Ну вот, значит, сейчас мы покупаем миксер для теста. Миксер, да. Тесто мешал. Тесто мешал, да, специально. И принимаю заказы. На панрисан? Выпечку, разную всякую. Мы и так принимаем заказ. Каждый день. А ты хочешь увеличить производство? Так, мы справимся. Мы увеличим производство. Я Сергей выберу. А ты выпробуешь? Я там не все. А вот Ванечка делает. Один с мятой, а второй с шариками кукурузными. Он спросит у тебя. А где мои булочки? Вношу, они приносят. Мама идет не ныть. Мам, вот скажи, в чем разница? Какая разница между Филиппинами и Россией? В смысле, как раз там море, здесь нету. У нас, ну что, не знаю, какая разница. Ну вот люди какие разные. Ну люди разные, да. Там улыбчивые, улыбчивые, веселые, хорошие. Добрые. Ну, здесь всякие разные. Там идешь, с тобой все здороваются. Да, машут тебе рукой, сигналят, здороваются. А здесь нет. Так не принято. Погода. Погода. Ну, вот сейчас здесь жарко, тяжело очень, а там полегче придется жарко. Ну, здесь тоже жара, но здесь легко, тяжелее жара переносится, чем там. Сейчас градусов 20, наверное, да? 18-19. Да. И нет чем дышать уже. Угу. Ну, а там 33, и дышишь еще нормально. Там в море искупался, и сразу хорошо стало. Сразу хорошо. Пошел домой. А еда? Много хорошо. Здесь уже меньше. Сейчас здесь только апельсины у нас. Что еще, виноград может попадется, привозим. И все, больше ничего нет. Яблоки. Ну, яблоки, да. Да, у нас в России много фруктов только осенью. Осенью, да, арбузы пойдут. Да. А остальное время года мало. Ну, ягоды еще-то. Летом клубничка, земляничка. И все. На Филиппинах круглый год что-то растет. Ну, да. Зато одуванчик у нас тут. Одуванчики. Куриная слепота. Каштаны. Сирень.
are going to buy swimsuit, new swimsuit for Philippines. Ты какой хочешь купальник купить себе? С рукавами? Нет. Без рукавов? Нет, я хочу и с рукавами, и без рукавов. Mm-hmm. Два. А что мы стоим-то, зеленый свет? Не, я закончусь уже. Да? Я не знаю, я иду только мерить пока, потому что так сразу не выбрать. Я высокая, и на меня подобрать купальник очень тяжело. Mm-hmm. Поэтому мне долго еще выбирать, до октября. Но если не выберешь, будешь в футболке купаться. Там и в шортах. В футболке и шорты купаются, да, ну, буду тогда, да, в платье купаться. Here is, guys, Russian playground with old Soviet tank. Ваня like to play here. This is actually not a playground. This is a monument of World War II. But kids really enjoying to play here. And also we have this one. Ну что, ты купила? Ну я купила, но мне надо... Купила, да. Покажи. Давай площадку придем, я покажу. У меня такого цвета еще не было купальника. Я решила, что на Филиппинах мне надо попробовать вот этот цвет. И я не сгорю, да? Ну, то, что он закрыт. То, что закрыт, тебе не сгорит, остальное все сгорит. Да? Тогда мне, может быть, надо купить еще с длинными рукавами? Ну и что там купишь? А там есть купальник? Конечно, там есть купальник. Да? Ну будешь мазаться этим кремом. А там, может быть, дороже купальник? Солнцезащитный. А. Ну, красивый, да, цвет? Ну да, красивый. Вот красненький такой. Угу. Будешь там есть с детьми. А детям есть? Да. Купальники? Ну, плавки, кофт нету, кофт. Надо им что-то. Ну, мы посмотрим, выберем, давай. Потому что в первое время они сгорят. Кожа не привыкшая к такому солнцу. Все сгорит у них. Ну, то купим тогда. Вот надо купить. Сейчас закажем. Ну, заказывай. Прямо сейчас? Нет. Мама, расскажи Лизе, как ты под филиппинским солнцем сгорела в первый же день. Мы приехали, была пасмурная погода. А жарко, мы пошли на море купаться. Ну, я думаю, солнца нет, я не буду мазаться кремом от загара. Солнца-то нет, какое, зачем мазаться-то? Ну и пошли. Приходим на пляж, солнышко за тучками. Мы купаемся, ходим по пляжу. Как я пришла домой вечером? А я вся красная, вся красная. А солнце-то нет. Сколько были на солнце? Ну, часик, наверное, полтора, да, первый день? Долго, да? Да, ну, может быть, два часа пока с дорогой там то все. Я вся красная, вся. Хорошо, что у меня был взят крем после загара с алоэ верой. Я быстро-быстро намазалась, и все равно вся горю. Андрей тоже весь, вся у него лысина красная. И я думала, что ночью не буду спать. Ну ничего, нормально обошлось. Утром проснулась, я уже вся в загаре, в коричневом. И все, теперь я когда шла на пляж, я натиралась кремом от загара. И все равно, когда купаешься, он же смывается. И в воде все равно я загорела. А специально вот так не лежала на солнце. Просто купалась, потом вышла под пальмами, сидела в тенечке. И вот все. А специально не загорала. Поэтому в первое время обязательно намазаться кремом. Обязательно. Какая погода? Пасмурная, дождь. Намазалась кремом. День-два, все. И хорошо. Будет загар коричневый. Хороший загар. Да, мы же белокожие. Да, мы белокожие.
нас сразу все будет. И деток тоже надо первое время натирать, натирать. Ты, Вася. Все вот так как-то.